надеть. Только с меня чур не смеяться никому. Нет, я еще не одела. А ты уже смеешься. Там сейчас наши соседи увидят. Какие мы. Привет всем! Друзья, мы за вами скучали. Но сейчас у нас, как и у вас, наверное, очень много времени. И мы решили поиграть в челлендж. А какой челлендж? Вы сейчас узнаете. А перед тем, как мы начнем играть в челлендж, подпишитесь те, кто еще не подписался. Да, и нам будет очень приятно. Ну что, начнем? Да! Давай! Поехали! Оказывается, из простых предметов, которые есть у всех дома, можно сделать игру, можно сделать челлендж. Вот мы решили сделать челлендж таких бутылок с водой. Сейчас вы увидите, что мы из этого придумали. А еще, как бы это смешно не было, нам надо будут вот такие вот колготки и такие вот мячики. И это будет у нас инструмент. Не засовывается! Помоги! На, засунь его до самого конца. Если нету мячика, можно сделать что-нибудь другое. Вот здесь мы использовали обычную кухонную соль. Готово? Да. Так. Вот эти колготки, инструменты у нас готовы. Отложим пока что. И будем выстраивать бутылочки. Готово! Надеваем теперь инструменты на голову. Так, ты брызнячку наставлю. Вот колготки. Как одеть? Подожди, подожди, давай я тебя одену. Ну подойди, подойди ко мне. Боком, боком. Вот как шапочку. Твои же колготки. Стоять. Так. Вот эту вот штучку мы завяжем. Ближе. Чтобы она не болталась и не мешала. Вот такая вот Алина. Покажись. Красота! А я буду вообще красавица. Как мне одеть? Только с меня чур не смеяться никому. Нет, я еще не одела. А ты уже смеешься. Там сейчас наши соседи увидят. Какие мы. Ну как? Вот без зеркала кто-нибудь дал. Так. Не могу завязать. Поможешь? Надо закрутить. И куда ты там засунуть? Вот. О! А теперь можно заставка. Ну что, поехали. На старт. Стоп. Внимание. Марш!
честно. Давайте попробуем еще раз, потому что надо сделать без рук. Хорошо? А теперь я выиграю. Нет, нет. Ставь, ставь опять бутылочки. Давай. Ставим. О, у меня тяжелая вот эта вот гирка. Гирка тяжелая. А, да, у тебя тяжелая. Видишь, как она легко... Смотри, смотри, у меня легко. Давай, ставь, ставь, ставь. Итак, на старт. Внимание. Марш. Нет. На старт. Внимание. Марш. Я выиграла. 1-1, 1-1, 1-1, ничья. Да? Давайте еще раз один раунд. Уже, ну давай, последний раунд, третий. Чтобы он решил, кто выиграл. Давай, ставь бутылки. Быстро. На старт. Внимание. Марш. Пошли. Так и честно! Ты ногами! Нет! Да! Я выиграла! Я выиграла! Я хочу сбить их! Не надо мне помогать! Я выиграла! Нет! Я выиграла! Веселый челлендж, друзья! С бутылочками! Если вам понравился такой челлендж с бутылками и с колготками на голове, можете тоже сыграть, чтобы вам не было скучно. Все. Я победила! А всем тем, кто досмотрел до этого момента, мы говорим спасибо! До новых встреч, друзья! Мы всех любим! И всем пока! Thank you.